We, the people, are being cajoled, frightened, and bullied into surrendering our democracy and freedom. This film is a rallying cry. We must fight for our independence, for the right to determine ourselves, the laws under which we live, and for the freedom to shape our own future. Привет! Минувшей ночью Великобритания совершила свой Брекзит. Чудо, в которое мало кто верил, и поступок, который даже сами жители Туманного Альбиона оценивают по-разному. Одни считают его освобождением, а другие чем-то вроде национального харакири. This is the most important voting decision that any of us is going to make in our lifetime. Настроение, с которым с самого утра канал Евроньюс подает новости о том, как подсчитываются голоса референдума и как эксперты реагируют на эти результаты, невольно напоминает ту атмосферу, которая витала над распадающимся СССР после подписания Беловежских соглашений. Коренное отличие тогда нам, россиянам, украинцам, белорусам, казахам и так далее 15 раз старались внушить, что распад большой страны – это прогрессивно, правильно и хорошо. Сегодня же вся Европа пытается доказать британцам, какую глупость они совершили и как горько они за это поплатятся. In this film, we'll see how the EU works. It's like heaven for the politician or bureaucrat, because it's power without accountability. Впрочем, возможно, и Британии в ее нынешнем виде со временем тоже не будет. Вросшие в Евросоюз составные части Соединенного Королевства не очень торопятся на выход вместе с английской сердцевиной. Особенно это относится к Шотландии и Северной Ирландии, которые хотят остаться в ЕС. Was devised to make sure that the great mass of the people could not control government. С самого раннего утра информационные ленты пестрят сообщениями о лихорадке на валютных и сырьевых биржах. Реальный выход Великобритании из Европейского союза вполне вероятно еще приведет к серьезному падению и европейской, и британской валюты, но не только. Вполне возможен еще и общеевропейский и мировой экономический спад, который, конечно же, больно ударит и по экономике самой Британии. Об этом население страны не один месяц упорно и аргументированно предупреждали аналитики и официальные лица. Тем не менее, большинство не испугалось трудностей, и британцы в массе своей все-таки предпочли статусу крупнейшего мирового центра своей столицы и экономическому росту выход в суровую реальность островного одиночества. Почему? We will see what the EU has done to Britain. Как представляется, главными аргументами за Brexit стала, во-первых, стойкая неприязнь к неуправляемой и наглеющей брюссельской бюрократии, которая полагает, что имеет право указывать жителям британских островов, как им жить, да еще за их финансовый счет. Ну, а вторая причина заключается в большом желании остановить безудержный поток мигрантов, уже дохлестнувший всю континентальную Европу, на поступах к британским островам. Вне ЕС с его идеалами толерантности сделать это будет намного проще. European policies that we face are really the single biggest threat to our competitiveness. We'll see why Fortress Europe has been such a calamity for the European economy. Наконец, британский Brexit, если он будет доведен до логического конца, неминуемо изменит оставшийся Евросоюз. Он будет вынужден менять свою структуру, принципы взаимоотношений между членами и так далее. В противном случае дальнейший выход стран из ЕС будет неминуем. Но в любом случае, что бы ни произошло, после британского Brexit Евросоюз больше не будет таким, каким он был прежде. To remain within the European Union. No way. We will look at the risks of tying our fate to the failing EU. Будет ли Британии и британцам лучше на воле? В этом, наверное, нет никакой уверенности. Да, пожалуй, и сами граждане Великобритании не очень уверены в правильности принятого ими решения. Иначе на референдуме не было бы такого разделения голосов почти половина на половину. Но как бы не оценивать принятое в итоге решение, оно все-таки принято самими гражданами в результате их свободного волеизъявления.
а не сепаратно кулуарным решением каких-то политиков, которое принималось за спинами своих народов. Уже одно это достойно глубокого уважения. Будьте здоровы!